Нарвали мы пихту. Будем делать веники. Багульника я же сделал. Из можжевельника сделал. Сейчас пихты. Пихты будем делать. Потом то, что я реализовал, уже капкан купил на эти деньги. Так, шаг первый у нас заготовка. Получается веток. Потом шаг второй мы делаем веники. Потом шаг третий. Ищем покупателя, все это реализуем. Потом покупаем капканы. Капканы. Ловим куницу. Ну, до этого сначала выписали путевки, потом ловим куницу. Шкуры продаем и на это что-то другое покупаем. На глухарей добытых сделаем чучела. И из чучел, чучело тоже реализуем и покупаем необходимую там одежду, снаряжение. Не знаю, может на полуавтомат купить уже. Как бы пока не так подорожало все сильно. Так, ну и такие планы. Сейчас идем домой, тащим веники. Блин, вообще нам нужна техника такая, как бы типа снегохода что-нибудь, чтобы возить собак заодно на потяге таскать. Ладно, все, идем. Юки, пошли. Юки молодец, она всегда рядом со мной ходит. Она всегда на стреме, если что. Смотрели следы. Так, посмотрели мы следы тут вокруг. Нету ни одного волчьего следа. Лиси только были парочка и все. И то занесенные. Волки пока из них ходят. Сейчас дождь пошел, типа теплее вот здесь. Так что такие дела. Сейчас пойдем домой, попьем чайку. Буду делать веники, потом их надо сразу отправлять. Покупатель уже есть на веники. Капканы я уже от предыдущей партии все уже продал, все остальные веники. Купил капканы на куницу на эти деньги. Потом надо будет чучелами заняться. Сейчас придут мне манекены, будем чучела делать. Там они где-то месяц подсушатся пока. Там если еще посыбал что-то такое как бы будет. Придется прошприцевать. Я забыл, как называется это раствор, но его продают в аптеке. Там им шприцуется и этот. Блин, вертелось на языке и как бы подзабыл. Ну такие планы. Сейчас идем домой. Сейчас пока мало снега, надо будет все эти рвать, это ветки нарвать. Багульника также приготовить и из багульника делать. Багульник тоже много кто заказывает. Так что такие планы. Так, по рябчику, конечно, можно было сходить, но сейчас погода, потепление у нас резкое. Как бы почти неделю показывает, 5 дней показывает тепла. Сейчас на охоту нет смысла идти. Сейчас как раз в это время надо заготовить будет как бы сырье для как бы, ну, чтобы сделать веники. Такие планы, все. Вот, собаки уже бежали, Юки вот одна такая всегда сидит здесь. Как не здесь сидит, а всегда рядом со мной находится. Да, Юки? Ну, если мало ли что-нибудь такое, белка побежит, рябчика, она побежит туда. Ну, как сейчас что-то он что-то услышала и почесала. Сейчас рябчика одного подняли, но я сегодня без ружья. Тяжело таскать ветки и еще и ружье с собой таскать с патронами. Да из одного рябчика смысла нету. Так, сейчас еще заберем вот это вот, то, что у нас упало, и домой. Вот здесь у нас уже заготовлено. Можжевельник, багульник. Сейчас пихтой будем сниматься, потом надо будет еще подрубить эти вот длинные эти ручки, чтобы хорошие были. Тут я уже все связал, ну и дома там еще надо делать, так что будем заниматься. Так, ну что, нашли мы покупателей, реализовали веники и купили капканы. 15 штук баночных и еще 10 штук. У нас есть, как называется, проходных. Ну все, будем готовить новую партию веников и искать клиентов. Ну что, блин, перекинуть сейчас ружье на шоссе. Так, и на будущее вот можно сейчас, как там, если что, на обратном пути багульник собирать и все, надо пройти по этому болоту. Потому что где-то тут кабаны есть, блин. Где-то есть и глухари, и дерева, надо искать все это. Че сейчас мы скоро далеко ехать, блин, бензин тратить. Ну, либо ездить, но минимум на 3 дня, как бы. Либо так, вот, либо так. По-другому. Че смысл ехать далеко на полдня? Это что за охота такая? Только приехал, блин, 3 часа походил, уехал. Тут, блин, сколько тратится энергии, блин. Бензина,